раз сигнал. Разговор записывается. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Меня тоже зовут Александр. Разговор записывается, мой разговор записывается тоже. Скажите, пожалуйста, вот я живу по улице Арнольда Нибута, 96, корпус 2, и светофор по улице напротив 90-й школы, там 21-я линия где-то примерно, по улице Омской. Он постоянно проблемы перейти дорогу. Вот сейчас мне позвонила супруга с ребенком, их не сбила чуть машина. Вы обслуживаете данный светофор? Улица Омская, 21-я линия пересечения примерно. 20-я все-таки, наверняка. 20-я линия нет, это другой светофор. А есть пешеходный переход, следующий. Напротив, есть. Прям выход с 90-й школы. Нет, все понятно, 90-я школа. Да. Вопрос в следующем. Если более точно, то наверняка не работают кнопки. Кнопки, да, вот это постоянно. Вот были недавно у нас выборы, да? Я в 8 часов пошел, стоял сотрудник ГИБДД. Он начал было свистеть людям, что они из-за плохой работы светофора не могут перейти дорогу. Но он, глядя на то, что часок он постоял, что все идут, не могут. Вот сейчас супруга позвонила, собралась толпа, 10 минут засекли, 10 минут не могли перейти дорогу. Пришлось переходить на красный свет. Так, я вставлю. Может, вам какие-то антивандальные поставить кнопки? Вот я живу 18 лет в данном районе, и вот как поставили там пешеходы, раньше была зебра. А сейчас пешеходный переход, но от него толку нету. Вы либо уже сломайте этот светофор, чтобы его не было, чтобы водители уступали дорогу просто в пешеходном переходе. Толку от него нет вообще. Давайте вставляйте слово. Спасибо большое. Пожалуйста. Значит, первое. Срок исполнения появившихся заявок у нас сутки. И поэтому за сутки мы их реализуем. Значит, если нам сообщают о сломанной или неисправной кнопке, я уже сказал, сутки. Мы это дело исправляем. Сутки. Вот смотрите, да. Нет, сутки, да. Вот сейчас вот я позвоню. Я не закончил еще. Давайте, я слушаю вас внимательно. Я вас выслушал. Вот. Второе. Настоятельно рекомендуем смотреть, чтобы подростки не ломали кнопки. Это раз. Кто должен смотреть? На светофорные объекты их ломают. Особенно в начале, когда начинается учебный год. Так, второе, что действительно мы увидели, что с конца 2017 года качество кнопок резко ухудшилось у поставщика. Сейчас мы этот вопрос решаем с поставщиком. Это очевидно для нас, по крайней мере. Вот. И если сейчас в данный момент не работает кнопка вызова пешехода, это ТВП, как мы ее называем, табло вызова пешехода, я пишу заявку, и сейчас уже я не знаю, как быстро подъедут наши ремонтники, но постараюсь им передать эту заявку. Не, сутки-то пошли отсчета. Будем сейчас следить за этим, ставить на карандаш этот вопрос. Здесь одна мелочь. Если вы мне позвоните в 17.00, то я ничем не смогу вам помочь. Нет. К сожалению. Но до 12 часов завтрашнего дня проблема должна устранена быть, правильно? Да, я так думаю, что мы сегодня постараемся решить. Хорошо. А вот лежачие полицейские там закатать можно? Кому это обратиться? К сожалению, способности старика Хасабыча у меня нет. Нет, Хасабыча от вас нет. Вот смотрите, вы вообще какую должность в данной организации занимаете? Оператор. Оператор. Вот ваша организация мне, я вот обратился, я гражданин, я жилец данного района. Вы мне можете выдать справку с периодичностью поломки данной кнопки? И я уже с этой пойду в другую организацию, которая... Потому я что понимаю. Нет, послушайте, теперь давайте я скажу. Теперь моя очередь высказаться. Вот смотрите, я обращался неоднократно в Министерство транспорта, губернатору, мэру. Они мне утверждают,
присылать всегда отписки, что данный пешеходный переход всегда исправен, всегда все хорошо, там безопасно переходить. Вот сейчас она сломана, соответственно, переходить небезопасно. Вы сами сказали, как начинается учебный год, постоянно школьники ломают. То есть вы мне, я могу какой-то документ, что вот очень часто, каждую неделю они почти ломают. И тогда я на основании этого документа, что вы официальная компания, которая занимается обслуживанием данного перекрестка, вы мне что, вот выхода нет, давайте сделаем лежачий полицейский, и все. Такое возможно? Возможно. То есть мне куда обратиться? Чтобы ваша компания выдала вот периодичность поломки данного светофора. Я могу только связанное предложение делать из нескольких слов. Давайте. Поэтому я сообщу вам информацию, ага. А вы можете дальше вставлять, не прерывая. Значит, решение о установке, переносе, модернизации лежачих полицейских знаков и прочее принимает у нас единственная организация в городе Омске. Угу. Департамент транспорта города Омска. Мы по решению, по техническому заданию этой организации делаем все работы. Кроме, конечно, лежачих полицейских, знаки и светофорные объекты. Исполняем это техническое задание. Так вот, Министерство транспорта всегда отписки и делают, что безопасно пешеходный переход. Нет, вы неправильно, это самое, вы не услышали меня. Я еще раз повторяю. Департамент транспорта города Омска. Могу телефон подсказать? Подскажите. 78, 79, 60. Это дежурная, круглосуточный дежурный, телефон круглосуточный дежурный департамента транспорта города Омска. Они могут вам подсказать, как составить правильно заявку, куда, что ее передать. А к нам придет техническое задание, которое мы должны исполнить в срок и сдать его. Все, и обслуживать. Хорошо, спасибо. Я ответил на ваш вопрос. Да, я жду хорошей, качественной кнопки. Да. Все, спасибо.